Шеф-повар Максим Григорьев. Энчиладос с курицей. Время приготовления 50 минут. Ингредиенты для энчиладос. Зира, кумин сухая 0,5 чайных ложек. Куриная грудка 500 грамм. Лепешки тортильи 5 штук. Масло оливковое рафинированное 1 столовая ложка. Орегано сухой 1 щепотка. Соль 1 щепотка. Сыр чеддер 200 г. Ингредиенты для сальсы. Зира, кумин сухая 0,5 чайных ложек. Куриная грудка 500 грамм. Лепешки тортильи 5 штук. Масло оливковое рафинированное 1 столовая ложка. Орегано сухой 1 щепотка. Соль 1 щепотка. Сыр чеддер 200 г. Для сальсы. Лук фиолетовый 1 штука. Масло оливковое рафинированное 1 столовая ложка. Перец чили свежий 1 штука. Помидоры 500 грамм. Сахар 1 щепотка. Соль 1 щепотка. Чеснок 2 зубчика. Для сальсы. Ингредиенты для подачи. Зира, кумин сухая 0,5 чайных ложек. Куриная грудка 500 грамм. Лепешки тортильи 5 штук. Масло оливковое рафинированное 1 столовая ложка. Орегано сухой 1 щепотка. Соль 1 щепотка. Сыр чеддер 200 г. Для подачи. Лук фиолетовый 1 штука. Масло оливковое рафинированное 1 столовая ложка. Перец чили свежий 1 штука. Помидоры 500 грамм. Сахар 1 щепотка. Соль 1 щепотка. Чеснок 2 зубчика. Для подачи. Кинза свежая 3 веточки. Энчиладос или энчилада – блюдо мексиканской кухни. В переводе с мексиканского – наполненный чили. Это рулеты из мексиканских лепешек с начинкой. Начинка может быть абсолютно любая. Сегодня я буду готовить энчилада с курицей. Шаг 1. Подготовим все продукты. Масло растительное, лепешки тортилья, пшеничные или кукурузные, сыр чеддер, кинза свежая, специи, помидоры, соль, сахар, курица, красный лук, можно заменить на репчатый, чеснок. Шаг 2. Первым делом займемся подготовкой курицы. Обжариваем куриное филе на сковороде, затем заливаем кипятком и тушим до готовности. Затем вынимаем курицу и даем немного остыть, чтобы можно было работать дальше с ней. Шаг 3. В то время, как готовится курица, готовим сальсу. Для этого нужно мелко нарезать лук и чеснок. Шаг 4. Перец чили нарезать мелко. Я удалила практически все косточки, поскольку в них и содержится основная острота. Но если вы любите очень острую пищу, то семечки оставьте. Помидоры нарезаем абсолютно произвольно. Шаг 5. Теперь нужно обжарить 20-30 секунд лук и чеснок на масле. Добавить помидоры, 1 щепотку сахара и посолить. Перемешать и тушить на медленном огне под крышкой до того момента, когда помидоры разварятся и получится соус. Подсолить еще по вкусу, если надо. Соус готов. Шаг 6. Сыр чеддер натереть на терке. В мексиканской кухне очень часто используется именно этот сыр. Шаг 7. Курицу рвем руками на кусочки. Это очень по-мексикански. Шаг 8. Теперь к куриному мясу добавляем один из главных специй Мексики – зиру, кумин. Можно использовать и молотую. Я взяла семена и немного их растерла перед тем, как добавить. Посолить и добавить орегано. Любители острова могут добавить жгучий молотый красный перец.
Если вы не против кукурузы, то добавьте сюда еще 2-3 столовых ложки консервированной кукурузы. Шаг 9. Собираем энчиладос. На лепешку выложить сыр, потом курицу. И завернуть рулетом. Каждую из лепешек можно для большей мягкости предварительно погреть на сухой сковороде, а потом завернуть их все в фольгу. Так, делаем 5 рулетов. Оставляем немного сыра для посыпки. Шаг 10. На дно жаропрочной формы положить 1/2 томатного соуса. На соус выложить все рулеты, швом вниз. Шаг 11. Полить сверху все рулеты оставшимся соусом. А сверху посыпать сыром. Ставим в разогретую духовку до 200 на 15 минут. Нужно всего лишь прогреть энчилада. Сыр должен расплавиться. Шаг 12. Энчилада с курицей готова. Подают традиционно с рисом, посыпав свежей зеленью кинзы. Кинза – очень традиционная зелень для Мексики. Получилось остренько и вкусно. Но мексиканец бы, наверное, еще бы добавил перчик. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.